spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлен очередной мультитул от компании Следопыт. В данном случае у меня в руках модель PFMT-17. Она сможет пригодиться как на рыбалке, так и в походе, путешествии или даже в повседневной жизни. И это благодаря тому, что в таком компактном девайсе собрано несколько весьма полезных инструментов. Давайте поближе его рассмотрим. В сложенном состоянии мультитул имеет весьма небольшие размеры. Длина 75 мм, максимальная ширина около 34 и толщина порядка 15 мм. Вес составляет чуть более 100 граммов. Его легко спрятать в кармане брюк или куртки, он не займет много места в рюкзаке или рыбацкой сумке. Основным материалом при производстве является металл. Обратим внимание, что по заявлению производителя используется особо прочная, нержавеющая инструментальная сталь. Кроме этого, на обеих рукоятках присутствуют рифленые вставки из пластмассы. При раскрытии мы получаем обычные пассатижи. Они снабжены пружинным возвратным механизмом, что дает возможность манипулировать ими одной рукой. Кроме функции обычных плоскогубцев, здесь мы видим кусачки для тонкой проволоки. В одной рукояти девайса находится открывалка для бутылок с напитками, шлицевая отвертка шириной 4 мм, шило длиной 1,5 см, а также серрейтерный нож с волнообразной режущей кромкой. Он больше подходит для перерезания более мягких и волокнистых материалов, таких как ремни, веревки или тросы. С другой стороны расположены пара мелких отверток. Крестовая и плоская способны пригодиться при мелком ремонте катушки. Нож с прямым лезвием длиной 35 мм и двухсторонний напильник с насечкой крест-накрест. Предусмотрено и небольшое металлическое кольцо, используя которое вы сможете закрепить мультитул при помощи карабина или ретривера. Кроме этого, в комплект входит чехол из прочного материала, который можно зафиксировать на поясе. Для этого с обратной стороны предусмотрена широкая шлевка, в которую продевается брючный ремень. С целью уменьшить риск потери аксессуара, клапан кармана закрывается на липучку. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.